дополнение к видео про здоровье, вот, хочу снять свой обед. Вот. Вот таких обедов в США нет. Ну, о чем я хочу сказать? Каких обедов? Это не значит, что нет супов. Супы есть. Но, во-первых, это было бы намного дороже. Вот такой суп, это рассольник. Он бы был долларов 8, 10, 12, 15. Потом качество было бы гораздо хуже. И более того, такой бы суп ели, ну, очень маленькое количество людей в США. Очень маленькое. То есть в основном 80-90% питаются абсолютно или фастфуд, или каким-то кошмаром. Это вот это было бы для привилегированных людей в основном.